В этом ролике я вместе со своим другом Леней будем проходить игру в кальмара в Майнкрафте. Но не просто так. Мы будем ее проходить немножко необычно. Мы будем использовать секретные читы. Только тихо! Смотрите этот ролик до конца, чтобы увидеть самые хакерские читы, которые мы будем использовать. Это будет интересно. Надеюсь, вы уже поставили лайк. Поехали! Позолоти мне ручку, милок, а я тебе, ну, твою судьбу нагадаю. Я тебе сейчас позолочу лопатой по башке, Леня. И у нас уже игра скоро начинается. Ты чё разлёгся-то? Так ты мне лопатой по башке дал. Да ладно тебе, чё, не впервые же, Лень, вставай. Вот у меня есть шоколадка. Что там? Что там? О, всё, двери открываются, Леня. Уважаемые игроки, будьте готовы к первой игре. Кто не подчиняется правилам, тот выбывает. А можно вопрос? Задавай. Шел вон на свое место, иначе получишь ракетницей. Уже ушел. Ты дурак, что ли? Ты зачем на дирагеле пукнул? Ты в своем уме? Уважаемые игроки, игра номер один начинается. Игра номер один. Офигеть! Опять она, Ленечка Андреевич. Да мы с тобой справимся, Лень, все будет нормально. Нужно только придумать тактику. Слушай, зачем тебе суши? Лень, ты дурак. Ладно, перейду к делу. Пойдем посекретничаем. Куда посекретничаем-то? Лень, так уже игра сейчас начнется, все сейчас побегут уже. Мне кажется, что она, ну, раскабанела просто капец. Ты смотри. Лень. Ты вот реально сумасшедший? Тихо. Да все, молчу я, двери только закрываем, а то игра уже начинается. Алло, карапуз? Ты зачем карапузу звонишь? Не надо! Действуй. В смысле действуй? Ты это про что? Уважаемые участники, игра начнется через 5 секунд. Хе-хе-хе! Привет, Владус и Леня! Блин, а чё вы меня в игру в кальмара не позвали? Я бы всех там выиграл! Эх, ну и ладно, фиг с вами, вот, ловите то, что просили! Все, карапузик мой, телепузик! Спасибо, жду тебя завтра дома! В Соньку PlayStation поиграем, все, давай, пока! Чего? Леня? Он реально скинул зельки? Да ладно! Игра начинается, Леня, игра начинается! Чё зыришь? Глаза пузыришь? Чё за нарушение правил? Я за линией, поняла? Понял. Она как только отвернется, мы с тобой сразу бежим за зельками. Готов, Леня? Давай, раз. Она уже должна это сделать. Два. И три. Все. Кажется, она начала отворачиваться. Опа. Хорошо. Опа-па-па-па. Хорошо. Зельки забираем, тихо. Стоим, не двигаемся. Леня, не двигайся. Просто жди, когда она отвернется. Понял? Так, отлично. Все, отвернулась. Все побежали. Леня, назад. Да, сюда, назад. Ой. Леня, не двигайся. Паутину-то попал, господи! Так, блин, сейчас уже все добегут, кроме нас. Все, Леня, я думаю, пора пить зельку стремительности. Воу! Погоди, так что-то она не... Не стремительная какая-то. А, Леня, а ты чё? А чё меня не дождался? Ладно, сейчас она отвернется. Нифига себе стремительность. Нужно выбрать идеальную прямую, чтобы не застрять в паутине. Давай уже, отворачивайся, кукла. Та-ра-ра-ра-рамс. Лень, это слишком изи было. Сейчас не понял. Я что-то тоже немножко не вкурил. А какая разница, чё вы там поняли, чё не поняли? Лень, мы прошли с тобой. Мистер, значит, мы просто бегуны. Вот что, понятно? Игра номер один. Игра номер один? Это как? Опять? Я не понял, Лень. Это...
Это что за игра такая? Лёня, нам нужно сюда кое о чем переговорить. Иди-ка сюда. Слушай, к этому я готов не был. У нас тут даже нычек никаких нету. У меня, в принципе, есть одна зелька стремительности. Но она только одна, Лёнь. Зелек у меня не осталось. Что же делать? Я один без тебя не пойду, Лёнь. Знаешь что? Есть план. Держаться можно за кем-нибудь. Слушай, Лёнь, ну это не вариант. Скинь мне зельку. У меня есть план. А, серьезно, у тебя есть план? Вот, держи тебе зелька. Если у тебя есть план, то давай действуй. Сейчас все, игроки уже тоже пошли. Так, ты выпил зельку. А что, так она сейчас отвернется? А какой план-то, Лёнь? Что-то я немножко не понимаю тебя. Смотри. Че, куда смотреть-то, Лёнь? Подожди, ты это, она еще не отвернулась. Лёня, ты... А я? План сработал! А мне-то как добираться, Лёнь? А ты это, по моему плану, по пятам. Ты чё? Ты офигел, задница шоколадная! Так, все, я ему точно потом пропишу, как только до него доберусь. Ребята, поставьте лайк, если вы считаете, что Леня неправильно поступил. Это вообще не честняк. Так, смотрите, ребята начали проходить. Ай, нет, а что делать? Опа, она за ними наблюдает. Опасно. Давайте, ребята, идите. Я просто так не хочу. В принципе, есть кое-какая идея. Владус, смотри. Что смотреть? То, что ты меня кинул, здесь одного оставил. Ну хорошо, посмотрю, давай, Леня, посмотрю, конечно. Че это он там делает, интересно? Интересно знать, ты... Что ты там удумал, зараза, Лёня, это чё... Ты мне нафига сундук-то кинул? А почему туда? А поближе нельзя было? Доберешься. Ты офигел, задница шоколадная. Пойдемте посмотрим, что в сундуке. Надеюсь, вы уже реально лайкосик поставили на эту серию. И написали в комменты, что Леня зараза такая, которая меня кинула только что здесь на этой игре. Это же просто жесть. Да кто зараза-то? Победит только один. Это я. Леня, я тебе дам победит один. Мы должны были вместе побеждать, а ты пошел один. Так, ну все, короче, Лень, я это запомнил. В других видосах тебе просто не поздоровится. Стоп, а почему кнопка? Кнопка подписаться такого же цвета, как облака. В смысле красного? Лень, ну потому что, наверное, не все подписались. Ребят, подписывайтесь. Опа, это же зелька уменьшения. Леня. Да, это жестко. Вот это ты даешь. Ну-ка, выпиваем. Я реально стал просто гипер мелким, вы посмотрите. Меня сейчас кукла вообще никак не заметит. Что с ней? Чуваки, вы это видели? Она отвернулась. Так, спокойно. Это странная кукла, она начинает резко поворачиваться туда-обратно. Чу! Давайте мы проверим. Она меня реально не видит. Где он там, лупин этот? Вы видели? Этот Леня еще и обзывается на меня. Вот это поворот. Все, хана ему. Я сейчас добегу и лопатой точно ему по башке дам. Сейчас. Давай мимо куклы бежим. Она нас реально не видит. Просто мы настолько мелкие. Так, спокойно. Опа, все. И давайте я сейчас к Лене вот так вот подберусь. На, зараза. Игра номер 2. Итак, уважаемые игроки, игра номер 2. Правила вы знаете. Поехали. Ага, правила знаем, я синити не знаю, синити не понимаю здесь в этих играх, в нем щебить, не понимаю. Так, давайте, нужно сейчас прокопаться, и мы сейчас сделаем с вами нычку кое-какую, Так, я не могу просто так взять и просто вырезать печеньку, мне нужно уйти из этой игры, мне нужно выиграть. Так, надо убрать таблички за этим нубом, чё он здесь все проставил, я вообще не понимаю, я тут хожу, прибираюсь, значит. Башка взрывается! Чё так много всего? Я не понимаю, что тут происходит. Уважаемые участники, у вас осталось 30 секунд. Я что-то не понял. Это чё вот этот чувак замышляет? Смотрите-ка, он что-то с кем-то, разговаривает. Ладно, я буду за ним следить аккуратно. Так, надо, чтобы меня никто не заметил. Сейчас мы с вами пойдем кое-куда. Ага. Вот так вот, опа. Я тебя видел, зараза, выходи. Мистер надзиратель, мистер. В общем, ты, нубик, я за тобой проследила. Я оставила тут послание. Что за послание, фигня какая-то. Ладно, побежал я дальше. Ай, да ничего не получается. Ладно, будем играть по-другому. Не получается мне вырезать. Уважаемые участники, у вас осталось ровно 15 секунд. Так, ладно, есть другая идея. Возьмем деньги, 5000, ну я думаю хватит. Мистер надзиратель, держите 5000-ную купюры. Давайте, все, я выиграл, да? Что ты меня... Офигел, блин, вообще взятки давать, мы тут честно играем, а он просто деньги платит. А может я тоже попробую? Так, что у меня тут по деньгам есть, надо посмотреть. Так, ну-ка. О, рубль. Мистер надзиратель. Ладно, больше не буду взятки давать. Двое игроков выбыли из этой игры. Что происходит? Что это?
Ты же перчатку в бесконечности взял? Что? 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 Где? Что вот это? Перчатку покажи, Лёня, лопата. Ну-ка, быстро с помощью перчатки сейчас время замедли, чтобы они все остановились. Давай, Лёня. Опа, получилось. Лёня, получилось, ты замедлил время. Погоди, есть лук и стрелы, нам нужно проверить, дай-ка мне. Ага, все, Лёня, и стрелы, давай быстрее. По идее, я должен стрельнуть этой стрелой, и она должна остаться в воздухе. Вау, Лёнь, ты красавелла, брателла. Чел, что? Ты молоток достал! Слушай, там уже секунд вообще не оставалось! У меня чуть голова от них не взорвалась! Давай мы вырежем с тобой рандомные печеньки и сейчас сделаем это просто с легкостью. Ведь перед этим надзирателем можно даже просто прыгать, он нам ничего не скажет. Так, ладно, быстрее вырезаем, чуваки. Мы должны сделать все качественно. Я все. Ах да! Что? Ты что, у него деньги из кармана забрал? Нет! Я тебе молотком дам сейчас по лбу, Лёня. Вот твоя доля. 5000! Он ему там 1050 дал! Давай половину. Офигеть. Вот так вот другое дело. И последний штрих. Все, Лёня, размораживай время. Игра окончена. Лёнь, мы победили. Игра номер 3. Итак, уважаемые участники, сначала сразятся две команды. Команда Альфа и команда Безумный Круассан. Я не знаю, почему они выбрали такое название. Игра начинается. Всем участникам быстро по местам. Давайте, ребята, давайте быстро забираемся наверх. Вам хана, понятно, нет, а? Да, вам хана, понятно всем? Так, все, пошлите реально наверх уже. Давайте расходимся, чуваки, все, бежим. У них еще в команде нубик, да мы выиграем 100%. Я что-то не понимаю, где все-то, где тут забираться-то нужно? Я что-то не понял прикола. Ну все, мы готовы, давайте начинать. А, вы точно готовы? Да мы же вас выиграем, вообще легко. А что у вас там это, игрок бегает? Да блин, где забираться-то нужно? Я ничего не понимаю. Ребята, привет! А что делать-то нужно? Я что-то понять не понял. Господи. У нас остался один игрок, и все из-за этого нубика. Из-за нубика, да мы вас и так сделали бы. Нет, вы мой тиммейт, черт! Так, аккуратно. Живем. Нет, ты не будешь жить, я тебя сейчас скину. Нет, это я тебя скину. Ты лучше крепись, потому что тебе не поздоровится. Это тебе не поздоровится. А что происходит-то там вообще? Я что-то ничего не понял вообще. Давай, да скидывайся. Давай. Черт, иди сюда. Да я сейчас тебя цепаню. Получилось. Нет, я сам упал. Я, кажется, понял. Нужно было сюда забраться, взять удочку и вот так вот бороться. Только с кем бороться-то мне теперь? Команда Безумный Круассан победила. Следующие на ринг. Подожди, Лёнь, следующие это же мы, получается, да? Чёрт. Ладно, пойдем, нам кажется, вот на эту сторону. Слушай, Лёнь, там какой-то это, говорят, профессионал выиграл. Поэтому давай, я сам не видел, сам не знаю. Поэтому ладно, давай забираемся сейчас потихонечку. Надеюсь, у нас все получится с тобой. Ну там, выиграть все дела. Лёнь, только я тебя прошу, без баловства. Это, у тебя есть чит какой-нибудь, чтобы выиграть, а, Лёнь? Конечно есть, Владус, обижаешь. И какой чит? А ну идите сюда, заразы. Я вас сейчас все скину, а. Да. И что делать будем с ним? Владус, Колюня. А, зараза, я, казалось, в камне застрял. Я же историю тебе не дорассказал. Садись, ты дурак, что ли? Давай, чит, нужно чит использовать. Этого нубика мы фиг скинем сейчас. А, окей. На, убей. Что? Чит Капитана Америки, ты красава. Так, слышь, нубик. Чит у вас за тарелка такая красная. В смысле тарелка? А, вот эта тарелка. Дай посмотреть. Посмотреть? Да конечно, лови. Пожалуйста, не благодарите. Игра номер 4. Уважаемые игроки, прошу пройти по одному. О, по одному? Ребята, ну не толпитесь, ну чё это вы, а? Ну-ка, все, остановитесь. Капец, суматоха, ёлки-мишки. Ну реально, все, давайте уже прыгайте тогда потихоньку, раз вы собрались. Мы подождем с Леонидом. Оп, все, первый пошел, второй пошел. Так, ты давай тоже, давай, бегом.
Лень, ты чё? Садись! Ты чё, суп принёс, что ли, сюда? Не, ну, я сколько не ел там? Много? Где-то день? Ты, Лень, дурак. Так, смотри, слушай, они проходят. Получается, я запоминаю стёкла, которые будут рабочими, на которых мы с тобой не упадём. Вкусно. Лень, ты, может, тоже следить будешь, а? Давай аккуратно, аккуратно только. Ребята, не падайте только вниз просто так, я вас прошу. Зачем? У меня же способ есть. В смысле способ, Лень, ты чё? Погоди, а где... Они уже попадали! Блин, где один? Нет! Блин, вы чё, с ума сошли? Эй, ты что, меня в невидимку кинул? Ой, Лёня! Ковёр? Самолёт? Серьёзно? О, повезло, повезло. Так, окей. Эй, спокойно. Ну, где ты там, Ладус? Лёня, ты... Чего? Как? Как он до этого додумался? То есть я в теории могу пройти вот эту игру с помощью ковра самолета? Так, слышь, ты, не смотри. О, Лёня меня защищает. Хорошо, Лёня, молодец. Мы и прыгаем вот сюда. Опа, все, у меня нету ковра никакого. И вообще я как бы это не при чем. Ну, взяточку на всякий случай, конечно, отдадим. 35 тысяч. Что 35 тысяч? 35 тысяч равно новая серия, равно новые игры. Опа, 35 тысяч лайков нужно поставить. Чё? Какие игры? Какие серии? Я устал уже. Стой, Лёня, ты... Поставьте 35 тысяч лайков, я уговорю Лёню снять еще одну часть. Просто 35 тысяч. Также не забудьте подписаться на канал, чтобы следующую часть-то не пропустить. Вот здесь вот кнопка, нажимайте, увидимся в следующем ролике. Посмотрите другие видяхи, пока.